Новые виды культурных растений белорусы смело осваивают на деревенских огородах и дачных участках. Особенно полюбили у нас лаванду, которая красиво, приятно пахнет, да еще и полезна. Бобруйчанка Виктория Шухова создала свое лавандовое поле прямо в деревне Сергеевичи Кировского района. Молодая дачница решила, ну чем Могилевщина не Прованс? Цветные пятницы встречают вместе с Викторией сезон цветения лаванды. Мы находимся в деревне Сергеевичи, и это мой лавандовый рай маленький. Действительно, уже Беларусь скоро станет лавандовым, как какой-то лавандовой столицей, потому что действительно уже очень много людей понимают ее красоту и хотят тоже у себя создать такой хоть маленький уголочек лаванды. Эфирные масла, они успокаивают, вот, и букетики очень красивые, долго стоят, даже больше года она в неизменном своем виде, и с запахом, и с ароматом она стоит, и никаких проблем.